Модель АВА 1795 – это коллекция осень-зима 19-20 год. АВА – польский производитель. Выпускает как стандартные пушапы, так и красивые бюстгальтеры на женщин с большой грудью. Хотим познакомить вас с этим бюстом. Очень он красивый. Глубокая, удобная чашка. Сочетание два разных кружева. Очень важно для многих женщин – это боковая деталь. Она собирает лишнее в подмышечной зоне, красиво располагает грудь в этом бюстгальтере и сдвигает ее ближе к центру. Также эта боковая деталь плавно переходит в хорошую, широкую, удобную бретель. Прямо пропорционально размеру бретель увеличивается, и особенно большие размеры бих уже с широкими бретелями и снимают тяжесть с плечей. Кружево, несмотря на свою нежность, достаточно прочное, и грудь, если большой размер, она не будет проседать. Форма груди здесь очень-очень красивая. Есть боковая косточка, 2-3 ряда крючков в зависимости от размера. Красивое сочетание сливового оттенка с черным кружевом. Очень нарядное. Эту форму многие клиенты уже покупали и нравится за счет вот этой боковой детали и красивой правильной посадки. Бюстгальтеру есть трусы бразилиана. И слип. Сейчас в видеообзоре трусы бразилиана. Слипы бразилиана выполнены спереди мягкая гладкая микрофибра, а сзади кружево. Сейчас в обзоре бразилиана. Классическая средняя посадка. V-образная спинка из полупрозрачного кружева. Хлопковая ластовица. У слипов будет немножко вот здесь вот глубже кружево.